Ирочка, дорогая, ну не получается у тебя водить машину. Не умеешь ты, не умеешь, понимаешь? Ну не дано тебе ездить за рулем, Ирочка. Прекрати свой мужской шовинизм, а? Ну что ты накручиваешь, ей-богу? Не надо создавать проблему, где ее нет. Я отлично езжу, у меня ни одной аварии, между прочим. Да, ни одной аварии, потому что ты еще не выехаешь, только 7 утра. Да я нормально езжу, просто мне вот эти, под ногами вот эти железяки мешают. Это педали. Вот тебе дали, ты и езди с ними, а мне мешают. Ну, почему тебе мешают? Отвлекают, может быть, нет? Ирочка, дорогая моя, ну мешают они тебе почему? Потому что у тебя, ты же внимание вообще на дорогу не держишь, ты отвлекаешься все время за рулем. Мало того, что другие там музыку слушают, да, там смартфон смотрят, ты же за рулем вяжешь! Ну а чем тебе плохо-то? Я зато тебе штаны связала зимние, теплые. Что тебе не нравится? Мне, я тебе скажу, что мне не нравится. Мне вот это вот. Мне не нравится вот это вот, понимаешь? Вот это мне не нравится. Я что, кальмар, что ли? Ну, обсчиталась, это запаска. С навигатором, пожалуйста, не разговаривай, когда он с тобой в дискуссии вступает. Не надо, он тебя не слышит, понимаешь? Ты зачем за мужиком погналась на машине, скажи мне, пожалуйста? А, он хотел меня съесть. В смысле съесть? Короче, я подъезжаю к повороту, стоят два мужика. И тут мне навигатор говорит, первый съест. И пока он меня не съел, я за ним погналась. Это съезды, понимаешь, съезд. Господи, как ты едешь, я не понимаю. Ты же ни одного, ты ни одного знака даже не знаешь. Да я все знаки знаю. Я ночью разбуди, спроси, я тебе все отвечу. Любой мне знак, показывай, я отвечу. Хорошо, вот, сейчас, давай, я, сейчас я тебе все покажу. Любой спрашивай. Сейчас покажу, посмотрим. Любой, вот, давай. Вот, скажи мне, пожалуйста, вот что это за знак? Пуговица. Какая пуговица? Синий-красная, ты что, слепой, что ли? Ты как ездишь, а? Вот что это за знак? Схема хоровода? Это круговое движение. А хоровод как ходит? По треугольнику, что ли? Он же по кругу и ходит. Ой, ты порушка, параня. Я за что люблю Ивана. Вот это вот что за знак? Скажи мне, пожалуйста, что вот это такое? Здесь могут ездить только красные и черные машины. Это тебе в голове могут ездить только красные и черные тараканы. Хороводом причем. Что она напоминает, скажи мне, что напоминает? Светку. Какую? Почему Светку? А у нее ноги кривые, она так и ходит. Да точно Светка. Так, а это что вот, скажи мне, что вот это вот тогда, а? Не беременна. Неверно. Беременна? Нет. Ну я же говорю не беременна, что ты меня путаешь? Так что знаешь, меня путаешь. Хорошо, вот что ты вот это знаешь, вот дальше, это знаешь, давай. Что? Так, не торопись, не торопись. Это ты видела точно, 100%. Посмотри, белое, черное, черное, белое. Там человечек идет, что это? Мужик залез на пианино. Неправильно. Я тоже говорю, что это неправильно. На пианине надо руками играть, а не ногами ходить. Вот этот знак точно ты знаешь. Что это такое? Что это за знак? Что это? Белая маска на красной харе. Слушай меня внимательно. Вот это простой знак. Вот это что? Вот когда мама твоя к нам в гости приезжает, что ее морда просит? Что? Что? Поцелуя. Кирнуть! Это я кирнуть уже хочу. После того, как тебя послушал, этот, господи, что это такое, вот что это? Вот куда эти люди бегут? Что это? Кто бежит? Врач бежит за антипрививочником, чтобы сделать ему прививку. Вот это вот объясни. Кто здесь куда гонится? Кто приехал? Ксения куда, Собчак едет на дачу. Я же тебе говорю, я все знаю. А вот внимательно сейчас, пожалуйста, не торопись, еще раз смотри. Это кто куда едет? Что это? Куда едет? Инкассаторы везут твою зарплату. Ну, ты ж получаешь 8 тысяч.
Вот это вот что, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, 8 тысяч. Вот это дорожный знак, внимание, это дорога. Что за дорога? Это дорожный знак. Да, молодец, уже хорошо, да. Это плохая дорога. Почему? Ну, влезла только первая буква, а остальные не влезли. Я могу назвать слово целиком. Не надо! Молчи, молчи. Вот слово целиком. Что означает этот знак? Какое слово? Лепс потерял очки. Вот это вот что такое? Что за знак? Это известный знак очень. Это Регина и стрелка вон. Это парковка! Так она тут 30 лет паркуется. Давай дальше, давай. Вот это что, внимание! Здесь можно ездить только женщинам. Ну, почему? Ну, грудь видишь, бюст. А вот это вот все, здесь кому можно ездить? Вот кому? Здесь можно ездить только женщинам с большим бюстом. Видишь, только половина влезла. Вот это вот что за знак? Скажи мне, кому здесь можно ездить? А здесь можно ездить мужикам. А это? А здесь и тебе можно ездить. Вот это вот что за цифры? Что за цифры это? Пенсионный возраст 60 лет. Просто уже молчу, уже не могу говорить вот это вот. Отменили 60 лет. Продлили до 100. До 100 лет будем работать. Так, вот это вот, что вот это вот за внимание? Муж в командировке. Ой ты, слушай, мне ж на работу пора. Хватит мне с тобой тут ерундой-то заниматься. Давай, а то опоздаю. Давай, помоги мне. Давай, давай, помоги. Помоги. Подожди, подожди. Милая, может, ты сегодня все-таки дома останешься? Может, не поедешь никуда? Ну ты что, с ума сошел? Пожалуйста, вот. Меня сегодня фотографируют на доску почета отличники дорожного движения. Все, пока. Давай, помоги мне. Давай. Ну, подожди, Мила, ну, может, останешься все-таки дома.